Успей поставить лайк за 5 секунд, если тебе меньше 18 лет. Кто успел, красавчик, чувак. Хей, здорово, чуваки, с вами Релюха, и добро пожаловать на новый видеосик по GTA 5. И сегодня мы опять идем к полицейским. Да, ребята, сегодня мы опять будем надоедать полиции в GTA 5. Я просто вижу, что вам такие видосики очень сильно нравятся, ребята. Вы ставите очень много лайков, вы прям у меня молодцы, молодцы, молодцы. Не забывайте еще, кстати, подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видосики по GTA 5. В общем, ребята, сегодня у меня к вам вопросик. Мы с вами продолжаем знакомиться, ребят. Я у вас уже спрашивал, какое у вас имя, сколько вам лет. Но, ребята, я у вас не спросил, какого числа у вас, ребята, день рождения. Пишите в комментарии прямо сейчас, какого числа у вас день рождения. Мне очень, на самом деле, интересно. Ну и, конечно же, ребята, у вас еще одна задачка, это написать, что это за машина и из какого она фильма. Да, вот мы все время, я вам такие задачки задаю, и вот теперь вы должны угадать, из какого это фильма машина и что это вообще за тачка-то такая. Все, ребята, мы поехали к полиции, давайте мы сейчас подъедем к полицейскому участку и посмотрим, что они там вообще делают. А вдруг, ребята, а вдруг у них там опять, не знаю, какие-нибудь проблемы, может, они там опять кого-нибудь украли, может, у них какая-нибудь тачка новая существует. Вот вы что думаете, ребят? Мы сейчас это все узнаем, посмотрим в любом случае. Мы уже в прошлых видосиках украли у них четырку, украли у них, так, украли у них буханку. Так, тут у них, ребят, ничего нету, я так вижу. Тут у них пусто, да, мы украли четырку, буханку. Можете посмотреть, мне там дали 25 вроде звезд. И еще дали 40 звезд за буханку. Ну, в общем, если вы не смотрели, то обязательно, ребята, смотрите те видосики, чтобы... они просто нереально очень интересны и никогда их не пропускать. Что это такое? Что это сейчас было? Я просто в шоке. Почему они так... Что они тут... Куда они тут врезаются, ребята? Я не понял. Что тут такое? В смысле? Окей, так, ребята, тут стоят какие-то у нас, ребята, знаки. Мы, кстати, вот тут вот крали как раз-таки буханку. Давайте мы посмотрим, что такое, ребят, у нас. Так, там у нас стоят полицейские, ребят. Ой, тихо. Да, ребят, тут у нас стоят полицейские и чего-то там они делают. А, один ремонтирует тачку, а второй, ребята, а второй у нас просто стоит, наблюдает. Я, ребят, не понял. Ну, короче, сюда заходить не нужно. Что-то у них тут весь пол в крови, кстати говоря. Я просто в шоке. Я не знаю, почему так. Но, ребят, тут стоят знаки. И тут ничего, ребята, нету. Абсолютно ничего интересного нету. Ой, а там что такое? Там какой-то русский флаг. Ребята, русский флаг в GTA 5. Смотрите. Ой, там еще. Ребята, вы гляньте. Да ладно, что такое-то забор? Это же стоянка. Ой, ё-моё, это честь. Это секретная стоянка полицейских, что ли, ребята? А там охрана, что ли, стоит? Ребята, стоп, давайте мы аккуратненько проедем с той стороны, посмотрим, что там такое. Вот, я, допустим, просто еду на машинке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, тут нас охраны просто немерено на этой стоянке. А тут какой-то вход. А, это вход на крышу. Ребята! Короче, давайте мы на эту стоянку заберемся, на эту парковку. Скрытненько, они же нас не заметят. Так, стоп. Я же уверен просто, что тут можно как-то залезть. Тут вот, тут вход есть, ребята. Тут есть вход. Они до конца не закрыли. Смотрите, я же тут могу пролезть, да? Смотрите, ребят, я тут могу пролезть. Девчата, здорово. Ну что, кого вы ждете-то? Ну что, сейчас я, короче, что-нибудь тут найду. Может, тут какая-то тачка лежит, да, ребят? Так, коробки. Смотрите, тут какие-то коробки, блин, серьезно. Что написано? Secret car. Где? За коробками! Тачка за коробками. Что за машина? Я не понимаю. Издалека. Это что, УАЗик? Ребята, это что, УАЗик там стоит? Ё-моё. А это что? В смысле? Это... Это, ребята, сумка с деньгами! И тут, ребята, золото! Ребята, походу нам придется подобрать деньжата, ребят. Ну сейчас подбираем сумку с деньгами, да? Потому что, ну блин, ребята, это же деньги, сумка с деньгами. Давайте мы, короче, ее украдем и потом
мы как-то должны будем добраться до УАЗика, ребята. Погнали, забираем сумочку с деньгами. Ух, ребята, все, мы взяли эту сумочку, довольно-таки тяжелую. Там столько золота, ребята, я просто в шоке. Блин, это просто дикость. Ну, ребята, нам-то еще нужно коробки вот эти как-то отодвинуть, чтобы мы попали сейчас до УАЗика. Да, ребята, это УАЗик, я был прав. Придется, ребята, коробки отодвигать, чтобы залезть в этот УАЗик, и мы его, ребята, стырим. Да, ребят, мы УАЗик этот стырим у полиции. Вон, кстати, охрана. Они меня не видят. Они смотрят только вперед, потому что они уверены, то, что сзади они все закрыли. Ребят, ничего вы не закрыли. Смотрите, блин, капец. Все, ребят, давайте мы сейчас быстренько отодвинем эти коробки и достанем УАЗик, погнали. Хопа, последняя коробочка, ребята. Да, это было действительно жестко. Secret car, написано, секретная машина. Это у нас УАЗик, русский УАЗик в GTA. В GTA 5, блин. И сегодня мы его украдем. Я так понимаю, он заведенный, потому что тут горят фары. Он заведен почему-то. Ну-ка, давайте-ка мы в него сядем. Давай, Франклин, вот с этой стороны давай сядем. Оп, аккуратненько. Так, ребят, тихо-тихо. Он заведется? Давайте, с буксами. Оп-оп-оп, аккуратненько. Да, ребята, все, он заведенный. Мы украли тачку. Только, ну-ка, а мы здесь проедем? Нет, стоп. А где нам проезжать? Нам нужно проезжать вон там. Блин, ребята, представляете? Мы сейчас будем, короче, сбивать охрану. И сейчас нам, походу, дадут еще и звезды розыска, ребята. За буханку нам давали, ребята, 40 звезд, насколько я помню. А сколько нам сейчас дадут звезд розыска? Вот сколько бы вы, ребята, дали бы звезд розыска за вот такой вот УАЗик полицейский? Напишите сейчас прямо в комментарии, сколько это вообще звезд розыска, ну, как бы стоит, можно сказать, да? Вот. Ну, а мы сейчас узнаем, сколько по правде мне дадут звезд розыска. Погнали! Я просто угоняю. Ну что, ребята, готовы? С дороги, блин, на тебе! Ребята! Мы уезжаем, ребят, скорее, пока за мной никаких звезд нету, ребят. Пока все круто, давайте уезжаем. Сирену слышите? Ё-моё, сколько? Две линии, блин, раз линия, два, две линии звезд, сколько это? Ребята, посчитайте, это что, блин, 50 звезд или сколько? Мне потом на видосике, в названии видоса укажу, сколько это звезд. Но, ребята, кто первый посчитает и напишет в комментарии, сколько это звезд, того я лайкну. Ну, я, конечно, всех лайкну, но первого я прям лайкну. Вот прям молодцы, короче, то, что вы пишете много всяких комментариев интересных. Вы прям, ребята, молодчины. Вы отвечаете на все вопросы. То есть, ну, вы реально интересные подписчики. Вот вы прям все делаете, с вами интересно, так сказать, общаться, можно сказать, да? Ну, 50 звезд, это 50 звезд, да? Или сколько, 40 опять? Ну, тут две линии, это 50 звезд, блин, по-любому. Так что, ребят, давайте мы сейчас угоним от этих звезд. Ну, по крайней мере, постараемся, потому что надо. Аккуратно, блин. Аккуратно. Да, ребят, надо от этих звезд угнать. Тем более, у нас еще есть сверх... Эй, ты куда взлетаешь? Аккуратно. У нас что, УАЗик летать умеет, блин? Аккуратно. Блин-блинский. Так, куда бы нам уехать? Нет, мы туда уже ехали, блин. Давайте туда куда-нибудь. Тихо. Обманем. Обманули полицейского. Там что, УАЗик еще один? Там еще один УАЗик, что ли, был, ребята? Или мне показалось? Ребят, мне показалось, или там был еще один УАЗик? Серьезно, я не шучу. Давайте вот сюда вот мы залезем. У Франклина у нас есть сверхспособность, с помощью которой мы сейчас заедем вот сюда. Опа, час, заехали. Ребят, гоним от ментов. Блин, вертолет, ребята, за мной. Тупо по лесам на УАЗике. Нормально. Все, едем. Тихо, давайте вот по этой дорожке. Поедем аккуратненько, вот по этой вот. Йо-йо-йо-йо, ребят. Тихо, аккуратно. Под мостом, да? Или куда? Куда тут ехать? Куда ехать? Эй! Еще один УАЗик, ребята, еще один. У них, походу, новая тачка, это УАЗик. С
сначала была новая тачка Буханка, но они поняли то, что Буханку мы будем у них красть, и они Буханку вместо Буханки поставили УАЗик, и теперь они на УАЗиках тут раскатывают, ребята. Нормальные, конечно, полицейские, но я не против, как бы, русские тачки, ребята. Если вы любите русские тачки, то пишите свою любимую марку в комментарии, допустим, какая у вас там девятка любимая, восьмерка, 99-я, десятка, может быть, у вас Лада Калина, Лада Гранта, пишите в комментарии, какие вы русские тачки любите. Может, у вас вообще русская тачка любимая, это, знаете, какая? АК. Не, ну, АК такая компактненькая, маленькая, забавненькая. Так, ребят, аккуратно. Блин, как я... Как вообще удрать от этих звезд? Я просто в шоке. Опять мент. Мент даже... Меня мент даже в каньоне находит. Я вообще в шоке. Окей, заезжаем на гору. Так, аккуратно, аккуратно. Заезжаем на гору, потому что... Ну, потому что на гору не заедут полицейские машины. Тут настолько может увидеть именно вертолет. Ну, типа, они уже увидели то, что мы... Скорее всего, на гору заезжаем. Поэтому так, а если мы вот сюда вот куда-нибудь под дерево встанем, ребят, тут же нас точно не найдут. Тут же нас точно, ребят, не найдет ни один вертик, если мы спрячемся вот так вот. Ой, блин, аккуратнее. Вот так нас точно найдут. Прям 100%. Прям 100% нас так найдут. Блин, как... Блин, куда вообще прятаться-то? Я не понимаю, куда нам спрятаться? Аккуратненько, ребята, аккуратненько. Аккуратненько. Так. Вертик! Сейчас врежется куда-нибудь. Он за мной. Так. Иди отсюда. Я его сейчас убью, ребята. Убил. Минус вертик. Сейчас вот этот еще, ребят. Вот этот. Аккуратненько. Вон там водитель. Надо их нафиг убивать. Тут машины сюда не едут. Тут только вертолеты. Тьфу, блин, я аж запинаюсь. И поэтому, ребята, если мы тут вертолетики убьем... то тачки полицейские, они даже не будут знать, где мы находимся. Они будут думать, то, что вертолеты еще за нами как бы едут. Ой, летят, будем точнее говорить, да? И, блин, капец, это очень сложно. Как мне удрать? Так, тут уже людишки боятся. Что это, корова? Что это такое сейчас было? Пробежала. Ай, аккуратно. Блин, ну тут просто деревьев нету. Я под дерево бы какой-нибудь встал бы хотя бы. Ребята, ну серьезно. Ну, блин, встань! На колеса, скорее! Окей, блин, куда спрятаться? Куда? Так, ребят, ну нафиг, надо выезжать отсюда на дорогу и прятаться где-нибудь в деревушке. Серьезно, где-нибудь в сельской местности, в пустынной, да? Там еще где-нибудь спрячемся. Потому что тут просто все открыто. Тут меня видно, блин. Вот тут, серьезно, УАЗики, ребят, УАЗики, у них УАЗики. Идите нафиг. Аккуратненько, ребят. Тихо. У меня сверхспособность у Франклина. УАЗик со сверхспособностью. Вы где-нибудь такое можете вообще увидеть? Только в индийских фильмах, наверное, каких-нибудь. Не, ну это забавно. Это забавно, ребят, согласитесь. Тихо. Давай. УАЗик, ты что, застрял? Давай, скорей. Так, вот мне нужно в каком-то домике, что ли, спрятаться, потому что... Так, тихо, давайте мы, короче, ускоримся. Ускоряйся. Хорошо, что у Франклина есть такая способность на ускорение. Все, ребята, гоним. Гоним. Тихо. Чуть не... Тихо. Опа-на. Идеально, ребят, идеально. Обманываем. Опа-ча. Ага. Ща мы устроим им, блин. Куда мы нам только спрятаться? Все, на карте их уже очень мало, по факту, ребят. И сейчас мы... Ой, тихо, потихоньку уже скроемся. Ну, я так... Я в это верю, ребят, я в это верю, то, что скоро мы уже от них удерем. Так, ага, мы сюда. А мы сюда, блин. Все, тихо. Так, ребята, тихо, я тут, короче, какое-то место нашел. Классно, давайте мы тут, прям вот тут в кустах пересидим. Тут нас точно не найдут. Тихо, вот тут под деревом. Вот тут под деревом, ребят. И все, ребята, я вылажу. И тихо, ребят. Сидим очень тихо, ребят. Очень тихо. Потому что если мы будем сидеть и шуметь, то нас по-любому, ребята, найдут. Тихо! Да ладно! Тихо. Вы видали? Он что, не заметил нас? Серьезно? Ты серьезно? Ой, он куда? Он уже уехал. Погодите, а что, отсюда не видно, что ли, УАЗик?
Он просто как бы... Что? Он просто вот так вот наперед ехал? Блин, да ладно, да ладно! Мы спаслись! 50 звезд розыска! Или сколько там было, ребят? Ну, в общем, скоро в названии напишу, короче, сколько это было звезд. Но, ребята, будем считать то, что 50 звезд. 50 звезд розыска, ребята, фига! У Франклина прям на лбу эта шишка. Кровка. Ну, ладненько, ребята. Огромное спасибо вам за просмотр. Мы спаслись на русском УАЗике от ментов. У нас было очень много звезд, ребята. Если вы досмотрели до конца, пишите плюсик в комментарии. Я буду знать то, что именно ты, и ты, и ты, и ты, и даже ты досмотрел до самого конца. А это значит то, что ты молодчина, и ты вообще красавчик. Ты как бы видосики до конца смотришь, а это похвально. Все, ребята, большое всем спасибо. Всем желаю удачи. Не пропускайте новые видосики, подписывайтесь и жмите на колокольчик. А на этом все, с вами был Райлюха. Все, ребята, увидимся в новых видосиках. Всем, ребята, пока, пока, все, покеда.